Алло. Санитарный вовтех вызвал. Эвакуационная группа. 300-х говорит. Ну да, сказали типа, как огнеметчик, так никто не нужен, нахуй. Будете отрабатывать так, нахуй. Будете ебашить, раненых вывозить и 200-х вытягивать. 6 человек. Кружился пиздец, это же Саня, ну это пиздец. Тяжело вообще выносить 200-300, это, блядь, всегда надо бегом, блядь. А если еще, как говорят, на Макалыге мотаться, это, блядь, живая мишень, нахуй, а это консервная банка, нахуй. Вот именно, нахуй. Да сколько раз уходил, сколько Макалыг попалили, ну, тоже в эвакуационной группы. Такая вот, видел его. Он ждет здесь комиссии, блядь. Ну, вот у него, во-первых, две зарубки, вся хуйня. Так чистят нормально, ебать, искали, калище, знаешь, только. Что это такое, блядь, ну, как-никак, уже сколько, блядь, ну, раненых, столько, блядь, погибло, нахуй. Пацаны уже считают, что вот год без вывоза, будет год в феврале. Тоже у нас не шуточки, нахуй. Махальник тоже уставший уже, не то, что как физически, как говорится, нахуй, как морально. Ага, давай, Санячик, аккуратно там, давай.